22 июня в Кольцово, как и по всей стране, отмечали памятную дату – 70-летие со дня начала Великой Отечественной войны. По традиции, в этот день у памятника «Древа жизни» жители Наукограда, ветераны войны, труда, труженики тыла, дети и взрослые собрались, чтобы почтить память погибших за Родину. Одна из самых кровопролитных войн мира, Вторая мировая война, названа «Священной войной» в нашем народе. Если задуматься, то действительно так. 22 июня 41 года, 4 часа утра, должны начаться богослужения в храмах, День всех святых в земле российской просиявшей. Это переходящий праздник, но в день войны, вот именно в этот праздник, фашистская Германия нарушила все договора о мире и напала на Советский Союз. У древа жизни школьники несли почетный караул. Память погибших почтили минутой молчания. Зажгли 27 свечей. К подножию памятника возложили 27 гвоздик. 27 миллионов человек потеряла страна за годы войны. Погибли воинов где-то около 9 миллионов, а 18 миллионов погибли гражданского населения. И в основном, и много, лучше сказать, погибли дети. Горит, не гаснет пламя наше, в объятиях вечной тишины, как боль утрат и память наша о тех, что не пришли с войны. В боях с фашистской ордою сложили головы они за дело правое, святое, за нашу жизнь и жизни страны. В этот день у памятника собралось много молодежи. Ребятишки возлагали цветы и слушали песни военных лет и воспоминания ветеранов. Ведь с каждым годом этих седых солдат, подаривших нам жизнь и Родину, становится все меньше. Ничего, что стремительно мчатся года, не забыть никогда, не забыть никогда павших всех-всех живых ветеранов войны. Кто сражался за мир и за счастье страны, павших всех-всех живых ветеранов войны. Кто сражался за мир и за счастье страны. Люди, ответьте, прошу вас, ответьте, кто же в ответе? Но кто же в ответе? Война! За горечь отцов, за боль матерей. Война! Навек потерявших своих сыновей. За горечь отцов, за боль матерей. Навек потерявших своих сыновей. Война! Всему виной война! Война! Всему виной война!